Друзья, всем привет! С вами Ильдар Мухаметов. Сегодня очередной выпуск сборки тракторов Кировец К744, К700А из Магнитогорска и трактор К700А из Оренбурга по спецзаказу. Начну я с трактора К744. Установили облицовку, электрику. По салону уже заканчиваем. Сейчас занимаемся электрикой в подкапотном пространстве и занимаемся замером воздухана. Крылья мы поставили, напоминаю, от 700-го трактора. Свои уже восстановлению не подлежали. То, что капот, это у нас идет уже родной после песочки. Вот такой вот у нас трактор получился. Фары мы все установили. Поворотники тоже это все установили на крыльях. Выхлоп установили. Ну, а сейчас очень много работы по электрике под капотом. Также у нас тут стоит ПЖД. Бачок ПЖД у нас стоит сзади. Сзади мы установили такие вот квадратные светодиодные фары. В будущем будем ставить уже такие же фары и на 700-е трактора, 701-е. Ну что у нас осталось по мелочевке добивать? Лестницу установить. Работы очень пока много. Очень-очень много работы. Следующий трактор на сборке у нас Кировец К700А из Магнитогорска. Трактор на завершающем этапе. Установили кабину. Установили баки, замерили крылья. Сейчас вот замеряем воздухан. Выхлоп уже замерили. Воздухан, выхлоп уже мы установили новое. Вот пока такая красота у нас получается. Воздухан ставим от 744-го. И давайте вам покажу выхлопную. И вот так вот выглядит выхлопная система. Выхлопная вся новая. Кто-то даже просил показать, как это мы все крепим. Писали мне на WhatsApp. Вот так вот, друзья, все это становится, крепится на крыло. Дальше вот так вот все идет на турбину. И с другой стороны, тут она идет уже гофрой. То же самое все крепится на крыло. Воздухан уже на хомутиках у нас. И та-дам, друзья. Пробуем, тестируем светодиодные фары. Проверим, как будет светить. Эту идею нам подогнал наш подписчик из Ростовской области. Движок здесь после капремонта, друзья. Кому нужен трактор с новым двигателем, тоже такой вопрос решаем. Двигателя другие тоже ставим. Трактор у нас идет с площадкой для обслуживания гидробака. Гидробак, друзья, здесь после капремонта. То есть гидробак родной после капремонта. То же самое и кабина, каркас кабины. Кабина, каркас старый. Ее песочили. Проводили рыхловочно-сварочные работы. И полностью собирали уже из новых комплектующих. По салону осталось, друзья, заняться электрикой. Также вниз постелим уже утеплитель. И сверху резинка будет.
Ну и также нужно будет подножки установить. В общем, по мелочевке все доработать. И уже трактор скоро будет готов. Думаю, 2-3 дня еще. Крылья снимем, покрасим. На это у нас один день. Вот. Боковушки еще нужно будет сделать. Ну, мы его выкатим. Боковушки можно уже потом сделать. Мелочевку все потом устранить.